Здравствуйте, я Гашимов Мурат, опорный полузащитник Файбурга. Ну, в принципе, мы играли неплохо, чем прошлую игру. Пришли остальные игроки, играли жестче, чем на прошлой игре. Ну, чуть-чуть силёнок не хватило, и защита. Дисциплина. Да, не собиралась. В принципе, неплохо сыграли. В следующий раз постараемся получить. Все, спасибо, до свидания. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, расскажите, как игра проходила. Довольно. Геннадий. Игра проходила хорошо, соперник боролся первый тайм. У нас немножко что-то игра разладилась. 1-0 вышли, в втором тайме немножко собрались, начали уже потихоньку подступать к воротам. Моменты получались, как итог, еще 3 забитых гола. Поэтому считаю, нормально, сухая победа. Всем ребятам спасибо, молодцы, соперники тоже молодцы. Спасибо, удачи в следующей игре. Удачи на игре.